Когда открыли мою программу, я была безумно счастлива, потому что я не раз слышала лестные отзывы о Кимэпе. И когда поступила сюда, мне кажется, это был самый приятный и лучший опыт. Мне звонят на телефон и говорят: вы поступили в Кимэп, вы получили грант. Я была в шоке, я не ожидала. Папа такой: неужели ты теперь поедешь в Алмату, в другую страну? Когда встал вопрос о том, где лучше всего обучиться финансам, ответ был очевиден, это Кимэп. Я целенаправленно поступал сюда, и документы даже подал только сюда. Любовь свою встретил здесь, поэтому Кимэп для меня это действительно такое особенное место занимает. Знаете, вот я, в принципе, самых близких людей здесь нашел. Здесь было много всего. И боли, и радости, и слез, и смех, и много всего. Тогда я еще не представляла, что в Кимэпе я получу не только хорошие знания, но и встречу самых близких мне людей здесь. И я очень благодарна всему, что поспособствовало моему выбору. На самом деле я не знала то, что в Кимэпе есть такой большой хороший кампус, и он меня впечатлил в первый день, когда я пришла подавать свои документы. Никак не думала, что здесь есть белки. Как раз таки белки очень сильно заинтересовали меня. До этого я никогда их не видела, и это было очень так приятно каждый раз наблюдать за такой живностью на кампусе. Я не ожидала такой активной студенческой жизни в Кимэпе. В первую неделю у нас были воркшопы, как раз где мы видели разные студенческие организации, всех студентов, как и фрешменов, так и четвертый курс, третий курс. Все они были такие заряженные, так любили то, что делают. Это прямо дух захватывало, я бы так сказала. Показать то, что у тебя есть какой-то талант перед публикой, это незабываемое ощущение. Для меня студенчество в Казани казалось не таким активным, не так, как, например, в американских фильмах про студенчество, а потом, как оказалось, тут в Кимэпе все так же, как и в тех же самых фильмах. Развивать себя с разных сторон, общаться со многим количеством иностранцев. Чувствовать, что ты действительно важен, и что твой голос может что-то поменять, это было действительно таким переломным моментом в моей жизни, когда я понял, что действительно университет, особенно наш, он дает такие возможности для будущего, и это достаточно хорошие до пандемии времена были. Каждый год ты дарил мне что-то новое, с каждым годом я взрослел, становился более зрелым и в решениях, и в поведении. Я всегда понимала, что выбирая Кимэп, я выбираю качество. Качество, которое проявляется во всем, начиная от яркой студенческой жизни и хорошим качественным образованием. На период нашего обучения выпал ковид, и нам пришлось около полтора года учиться онлайн, и, наверное, этого никто не ожидал. The most complicated part in my student life would be adapting to new education system online due to pandemic. But even though it was hard part, I'm very glad that we lived that experience, we had that experience, and I learned a lot of new things, such as coping with time management and self-control, I would say. Учеба онлайн — это требует очень такой большой концентрации, когда дома такие отвлекающие факторы, когда ты видишь свою кровать, видишь какие-то уведомления на телефоне, такие хочется как-то отвлечься, что ли, от учебы. Но в целом учеба была очень даже интересной. И сложности было то, что мы учились онлайн на протяжении там, полтора года, два года. Перевод на онлайн обучение, так скажем, был очень местами нудным, местами очень непонятным. Но мы прошли через этот, так скажем, путь, через это задание. Поэтому я очень рад, что сейчас мы уже учимся на кампусе, мы посещаем свои классы, видим своих преподавателей каждый день. Это очень, на самом деле, замечательно. Жизнь — это учеба, и надо продолжать всему учиться, радоваться и оставаться такими же лучшими студентами Кимэпа.